Последние штрихи. Сотрудник муниципального учреждения завершает работы по благоустройству мемориала в деревне Мамоново. Всего в Одинцовском округе 150 объектов памяти. Ко Дню Победы весенние работы провели на каждом. Помыли, покрасили, отремонтировали ограждения, расчистили прилегающие территории, газоны от листвы, веток и мусора, посадили цветы. И на этом работа на мемориалах не завершатся. До конца лета восстановят 10 воинских захоронений, 9 в Ершовском теруправлении и 1 в Звенигороде. Уже есть и более долгосрочные планы. В 2023-2024 годах отреставрируют еще 8 объектов памяти в Больших Веземах, Кубинке, Барвихе и Звенигороде. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».